Здравствуйте, друзья! Меня зовут Деметков Юрий, и сегодня я хочу рассказать вам о том, что такое накопительная система и почему она не очень хорошо работает, и что делать, главное, чтобы обеспечить себе прекрасное будущее. Итак, в нашей стране вы сейчас знаете, что постоянно идут разговоры о накопительной части пенсии, что их там заморозили куда-то, убрали. Что же такое, в чем суть? А суть следующая. Мы хотели сделать все очень и очень, во-первых, правильно. Во-вторых, мы хотели сделать так, как устроено в ведущих развитых странах. А как это работает у них? У них это работает через так называемые пенсионные фонды, накопительные программы. И для этого существует специальное название «социально-накопительные программы». То есть, есть такие финансовые организации, они очень и очень надежные, они очень под жестким контролем государства. У них разработаны очень строгие законы, и такого, что государство взяло и отобрало деньги, ну такого в принципе не может быть, потому что это будущее граждан всей страны, так это устроено у них. И вот эти финансовые организации, они аккумулируют в себе вот эти огромные деньги, и, естественно, они ими управляют. Каким образом? Они вкладывают их в экономику, они вкладывают их в ценные бумаги, в недвижимость. И там есть очень хорошие управляющие, которые, задача которых, чтобы эти деньги, во-первых, сохранить, а во-вторых, приумножить. Но главное – надежность. Это очень серьезно, и это главное условие. Никаких рисков. Но при этом должен быть рост этих денег. И у нас то же самое хотели сделать. У нас очень много умных людей на самом деле. Это правда. Но у нас не разработано, к сожалению, законодательство. И в законодательстве есть дыры, которые позволяют не совсем честным людям эти деньги присвоить. И вы знаете, вот Мастербанк недавно, значит, крупный очень банк, Трастбанк, они вроде бы активы есть, а когда проверяют, активы дутые. То есть это дыры в законодательстве. У нас законодательство, во-первых, не очень хорошо разработано. А во-вторых, у нас после того, как начали собирать вот эти деньги накопительные, накопительную часть, они саккумулировались, очень большие. И тут выяснилось, а куда же их вкладывать? А вкладывать-то их особенно некуда, потому что наша экономика пока еще не настолько надежная, и акции не дают той надежности, как на Западе. То есть они в любой момент могут опуститься. И поэтому, значит, эти деньги были заморожены. Купить на них доллары, это значит вложить их в западную экономику, что неправильно. И сама идея была для того, чтобы росла наша экономика. А в нашей экономике пока не созданы условия для роста. И поэтому вот это вот дело заморозили, а после того, как заморозили, эти деньги начали таять, потому что инфляция. И когда посчитали, выяснилось, что они даже уменьшились. Не увеличились, а уменьшились. И поэтому государство решило эти деньги прибрать себе, заморозить и сказать, мы сейчас быстренько разработаем законодательство, и быстренько разработаем все критерии, куда вкладывать, и тогда мы вам отдадим. Но через год они решили, что они продлят. Еще через год что-то не успели. А потом Крым, и все эти деньги в Крым. И, соответственно, денег нет. И вот сейчас думают, отдавать эти деньги людям или нет. В принципе, это невозможно в развитых странах. Ну, ситуация не очень хорошая. А что же делать нам, простым гражданам? И вот я хочу сказать вам, что у нас с вами есть уникальная возможность сделать себе социально-накопительную программу на Западе, конкретно в Австрии. И я это сделал для себя. Каким образом? Я открыл себе две социально-накопительные программы для того, чтобы мои денежки копились там, где есть надежное законодательство и где знают, куда их вложить. И я обеспечил себе вот этими двумя программами
добавку к пенсии. После достижения мною там 60 с небольшим лет, в размере 500 евро. У меня программа в евро открыта, можно в долларах. 500 евро в месяц. Итак, каким же образом это сделать? Ну, прежде всего, я это сделал для себя. А во-вторых, я сейчас являюсь сотрудником швейцарской компании, я финансовый консультант, и я могу помочь вам сделать такую же программу для вас. Что нужно для этого сделать? Я помогу вам заполнить вот такой бланк. Он называется «Антрак». Это заявление о том, что вы хотите открыть себе такую социально-накопительную программу в Австрии. И вторая бумага, которую я помогу вам заполнить, это так называемый ваучер. Это чек банковский. Здесь указаны все реквизиты, на которые надо перевести деньги. И мы указываем свои данные и сумму. Все. С этой бумагой, с этим реквизитом мы идем в банк и отправляем деньги на свой личный накопительный счет. В чем заключается идея вот этой программы? Она разработана специально для нас. В течение 15 лет, один раз в год, мы переводим деньги на свой личный накопительный счет в долларах либо в евро. И они там аккумулируются, они там накапливаются. Кроме того, что они накапливаются, на них начисляется гарантированный процент. 2,5% это выше, чем банковский процент у них. И плюс компания дает еще так называемый бонус. Он определяется по результатам деятельности компании. Как они, насколько хорошо они их инвестировали. И после того, как срок подходит к концу, я имею возможность забрать эти деньги целиком. И я имею возможность оформить ренту пожизненную, либо на срок 10 или 15 лет. От 10 до 15 лет. И в зависимости от этого у меня будет назначена добавка к пенсии. Вот я сделал себе так, чтобы моя надбавка к пенсии была в размере 500 евро. Для того, чтобы вам открыть такую программу, вам достаточно обратиться ко мне по тем координатам, которые вот появились сейчас, по имейлу, по скайпу. Если у вас есть вопросы, задавайте. Если хотите узнать дополнительную информацию, посмотрите, пожалуйста, у меня очень много видео на моем канале в YouTube. И, так сказать, там я разъясняю о том, что делать, как делать, ну и другие всякие вещи по финансам. И давайте сделаем наше будущее вместе. Давайте сделаем, чтобы оно было прекрасным. Давайте сделаем так, чтобы мы не влачили нищенское существование. Чтобы мы, нормальные люди, могли путешествовать, могли заниматься любимым делом на пенсии. Потому что после 60 лет, после выхода на пенсию, на самом деле жизнь только начинается. Потому что это будет, прекрасно, не надо никуда торопиться, и можно заниматься исключительно тем, что тебе нравится. Жизнь прекрасна, друзья мои, и давайте сделаем это вместе. Обращайтесь, до встречи!